эксцентриссимо. На космический туризм не всякому миллионеру хватит. Или денег, или здоровья. В экзотических странах придумали, как еще выманить деньги из любителей острых ощущений. Жак-Ив Кусто подсказал. Подводные отели. Самый дорогой, комфортный и поражающий воображение, конечно, в Дубае. 20 метров под водой в Персидском заливе. На посетителей баров. Там с завистью смотрят сквозь стены из оргстекла экзотические черепахи. Ночью бесшумно парят над кроватью косяки рыбьих теней. Есть и кинотеатр. И еще непонятно, что интереснее – фильмы или виды за стеной. До гостиницы среди морской пучины проложили подземный отель, пустили там скоростные поезда. Для летающих олигархов – вертолетная площадка на крыше. Ее под воду опустить не рискнули. Ночевка с гадами морскими стоит 5 500 долларов в сутки. И это вам не 20 миллионов за абсолютное ничто за стенкой космического корабля. Автомобили премиум-класса – это разумное вложение в комфорт и изящество. Группа компаний «Престиж Авто» – официальный дилер «Мерседес-Бенц» в Кирове. Эксцентриссимо.